By entering into space, you seek the stars. We can tolerate this no longer. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Всем привет. Меня зовут Ведьмак. И сегодня снова играем в Homeworld Deserts of Karak. И снова пытаемся пройти миссию Дюны Билл 1, которую я зафейлил в предыдущей серии. Ну, в общем, могу только сказать свою фи дизайнерам миссии этой игры, поскольку, ну, несерьезно так делать. Я 50 минут ездил по карте, уничтожал врагов, собирал ресурсы, а потом под конец они решили на меня вывалить пачку целую, даже не пачку, а просто гигантское количество вражин, причем прямо на голову. Ну, кстати, я умер. Ну, ладно, допустим, я не очень правильно выбрал место, где остановиться, но, блин, это откуда знает, откуда они появятся. Просто само по себе построение миссии, что ты 50 минут нихера не делаешь, а потом начинается, собственно, само действие, это не очень так делать. То бишь, вот до вот этого момента, до появления Ашоки, тут ничего интересного не происходит. Просто сложности ноль, событий ноль. Угу. Молодец. Что я хочу сказать? Сам по себе миссия, ну, вообще не сложная. Поэтому... Поехали. Что я могу еще сказать? Давайте мы пока уничтожим. При использовании воздушных войск я вообще не испытываю никаких проблем с прохождением этой миссии. Куда это ты поехал? Не надо. Пусть пока бомберы там побабахают с легонца. А вы что встали? Видимо, я их не направил, да? Так. Алерт! Тебе кажется. Пока мы едем на точку сбора ресурсов, наши самолетики должны разбомбить к херам всю эту лабуду. Хана одному. Так, ну, патруль мы, конечно, сейчас будем уничтожать. Но один крузер уже убит и ничего не может. Так, расставляем войска. Ой, это вот мне не очень нравится. Крейсеры сейчас поставим на защиту. Куда ты поехал? Куда? Куда? Видите, что он делает? Что с ним не так? Почему он такой странный? У тебя же, блин, гусеницы, ты на месте можешь разворачиваться. Чё за глупость-то, ну? Так. Ладно. Собирайте мне вонючие ресурсы. Attack
Вот тут уже не очень хорошо. Так, давай назад. Твари, на них ПВО. Так, что там происходит? Надеюсь, бомберы вроде нормально улетели. Значит, все хорошо. Более или менее. Добьемся. Чего так медленно его убиваете? Давайте резче. Так, давайте захватим вот это место сейчас. Что там происходит? Да, блин. Ой, вот это вот мне уже не нравится, если честно. Назад отходим. Все, стоим здесь. Ой, мне, оказывается, унижают тут, да? Я не очень хорошо сделал. Плохо. Потери. Да вы что, конченые, что ли? Неприятно. Мрази. Понаклепали уже, блин. Юнитов. Поганцы. Собирать. Чё-то я порастерял войска. Некрасиво. Некрасиво. Опа. Ой, что-то прям как-то со всех сторон мне накидывают. Нет. Чего такие конченые, я не пойму. Вы не были такими конченными? Вообще неприятно. Надо было, наверное, не так явно атаковать. Крейсеры их производственные. Эти уже поехали. Угу. Так. Чё такое? В смысле? А, вот этих синеньких надо? Где я их возьму? Видимо, вот здесь, да? Сейчас мы патруль уничтожим. Что-то я когда не очень, да, провел атаку. Повынесли мне все войска нахер. Не надо было высовываться, судя по всему. Чё такие долгие-то, ну? Неплохо. Но пока мы уничтожаем этот патруль... А чё вот нельзя вот сюда? Чё-то не пойму, как-то странно вот это вот размещение юнитов.
Почему нельзя сюда поместить юнит? Это как-то тупо. Активно в доке охлаждение какое-то есть. Что за охлаждение? Бомбер онлайн. Тут они сейчас выгребут все ресурсы, падлы. Ой-ой-ой. Вот это все не очень хорошо. Частично, конечно, я это убью, но, блин, только частично. Потрясающе. Идите нахер, ребята. Вы что такие гниды? Вот так их нахер. Бракубезов. Подбешиваете, ребята. Но что-то они меня не любят, я смотрю, да? Откуда у них столько ресурсов, интересно, на такое количество юнитов? Странно, если честно. Я заметил. Подбешиваете, ребята. Капец, он живучий был. Да так тупо. Почему он только живучий был? Непонятно. Что там едет? Зашевелились, твари. А, кстати, чё я на самом деле? Пусть хоть строят. Хорошо. Надо все-таки добить этот керриер. Мать его, три раза. Сил хэтчес. Там уже ресурсов-то ни хера не осталось, да? Блин, надо было сначала забрать отсюда ресурсы. Чё, attention? Мочить козлов. На меня решил поехать. Ну ты гни, да? Они потому что все ресурсы уже собрали, падлы. This is
Рэйчел, go ahead. Reading you command. Reading you. Hostile light attack vehicle visually authenticated. We have insufficient CUs. Ready for orders. Construction units identified. Carrier here. Strike fighter approach vector dialed in. Green line confirmed. Engines hot. Вот это активно, но поэтому почему-то я не могу его использовать. Это странно было сейчас. Ой-ой. Strike fighter approach vector dialed in. Attack course set. Salvager copy. Hostile strike craft down. A railgun is taking effective fire. Artifact standing position on. Authenticated. Artifact position marked. Moving out. Enemy armor disabled. Ого. Нихера себе там на меня. Ну блин, уходи, раз taking fire. Что ты летаешь-то, дурачок? Артефакт там, по-моему. А я не знаю, что он дает. Ну, Каписи вы, конечно, не убьете, ребята. При всем желании. Так, ну продакшн крузеры, наверное, трогать не буду. Блин, столько войск ездит здесь, охереть просто. Так, что на мне? Ну, насколько помню, уменьшение стоимости штурмовиков нам дали. Только у нас ЕР нет. Их почему-то в последнюю очередь только собирают. Юниты. Надо бы мелких построить. Они довольно неплохо помогают. Ах ты, падла. Ты собираешь ресурсы мои. Target confirmed. Launch bomber. Armored assault operational. Так его нахер. Light attack vehicle online. Strike fighter taking fire. Ну так возвращайся. Make ready. Hostile on sensors. Authentication pending. Go ahead. Вот тут тварь. Галимая. Так, что там мы? Крузер-то не добили еще. Что ж так слабенько-то? Вот так вот сделаем. Пока достаточно будет. А ты чем? Control group 1 designated. Reading. Hostile production cruiser verified. Take it out. Control group 2 designated. By the second production cruiser destroyed. Be advised, all remaining Gaussian combat units are converging on the final production cruiser. Enemy armor. Incoming transmission from the Sakala. Hostile to PC. Oh. Вы серьезно, что ли? Они на меня нападают. Да вы охеревшие просто какие-то, ну. Продакшн крузер у них какой-то безумный вообще. Ну, блин, все. Сейчас меня разорвут. Intel, I've managed to clean up the Sakala transmission. It's not perfect, but it's the best it's gonna get. To PC, we've engaged the Ashoka, but there's no way approaching your location. Prepare to take evasive action. Do you copy? Evasive action я не готов. Не надо. Не надо, ребята. Не надо. Сейчас вот эта хрень вылезет.
Ну все. Сейчас меня разорвут. Я в этом почему-то уверен. И катсцены, естественно, не пропускаются. Печально. Печально. И чё вот это вот оно? Вылезло. Чмо болотное. Сейчас мне дадут производить какие-то ракетные пушки, но у меня денег нет, чтобы их производить. Я как-то не очень удачно сейчас выбрал цели для уничтожения. Надо было сначала вот эти вот две уничтожить, а потом третью дальнюю. Я prepare my anus. Уничтожить. Его надо уничтожить, блин. Не только prepare defenses надо. Там отряд ПВО какой-то, блин, вылазит. Надо добраться сюда, ресурсами поживиться хоть. А то это может плохо закончиться. Ну, чё ты там полдня летаешь, ну? Какой-то не очень. Давай бомби уже. Или ты отбомбился, нет? Нихера там, смотрите, сколько войск. Япона мать. А, я ничего не могу такого производить. Ракетного. Или-то потом по скрипту будет дано нам. Чего тут, блин, летаете? Я понять не могу. Вы должны были их уничтожить уже полдня назад. Что за шняги? Это кто? Я рад. Так вот же у них ряд ПВО, отряд ПВО. Вы долго будете еще убивать вот эти вот несчастную жалкую пачечку вражков? Неужели? Ладно, собирайте обратно все. Сюда давайте. Нам нужен ресурс. Ашока, блин, ашот. Хера, смотрите, сколько тут войск стало сразу. Давай, 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 залетайте обратно. А вы сразу... Сюда. Так, но они на нас не нападают толком. Так, давайте посмотрим, что там вот это говно из себя представляет. Добомбим по мелочи всякой. Артефакт, кстати, интересно, здесь есть артефакт? Я не помню просто. Ого, нихера себе тут войска идет. Куда? Нет, вот это убиваете, вы чё, конченые? Так, на нас довольно злобно летят. Идут, летят, не знаю, неважно. Короче, все очень плохо, на самом деле. Так. Сейчас сделаем вот так. Attention, strike craft taking effective fire.
Не особо-то у нас быстрые юниты помогают против вот этих ребяток. Суки, ненавижу вас три раза. Чё тебе надо, мразь? Это печально. Ничего ты от меня хочешь? И где я их должен взять? А, надо разработать или что? И где? Не вижу. Effective against both ground and air targets. However, it can only fire while stationary. Ты про кого вообще говоришь? А, во. Вперед. Reading. Galsian interceptor group ETA, 7 minutes. Strike fighter approach vector dialed in. Strike systems online. Ready to burn. Ох. Наркомания. Угу, ракетная батарея. Ну, попробуем сделать что-нибудь, я не знаю. Так, сколько они там стоят? Довольно дорого, надо сказать. Так, есть. 2, 3, 4. 4 пока сделаем. Ты дорогие тоже, падла. Это херово. Чё летаем-то, я не пойму, господи. Чё за бред? И чё его не чинят, я не пойму. Чё за бред? А, ну потому что вот эти мудаки здесь. Угу. Гениально. Гениально просто, ребята. Так. Я надеюсь, они здесь... Я понял тебя, родной. Так. Ой. Подожди. Но их же 4 у меня, 4. Давайте мы их... Как они там полетят-то? Вот так? Нет, давай все-таки мы как-нибудь безопасным путем поедем, ага. Да, едут они, конечно, довольно долго, а я все ресурсы потратил. Так, отбомбились. Хорошо. Хорошо. Да неужели вы его добили, Япона, мать? Сколько времени заняло? Ууу, сколько ж они ехать будут, мама мия. Нормально. Вы быстрее не можете ехать. Капец. Прежде чем они доедут, они долетят. Это тупо. И где таймер? Ох, эта игра, она такая медленная. Просто невероятно что-то.
ETA. Mm-hmm. 3 minutes online. Ready to burn. Target confirmed. Launch bomber. Bomber on deck. Set to launch. Hostile range craft destroyed. We've detected something. Can you confirm visual? Tracking armored craft on approach. Где-то здесь я видел, ага. Давайте мы все-таки попробуем уничтожить опасность, если она там есть. Они не доедут, банально, не успеют. А вы что, я не понял, за ними едете, что дебилы? Прикинь. Дауны, мать твою. Они поехали за этим крейсером, чтобы в него сдавать ресурсы. А он там за 8 километров вообще. Ну, в смысле, он продолжает. И чё мы подтупливаем? Я ничего не понимаю. Вы какие-то странные. Я офигею просто. Да. Это очень медленная игра. Здесь такие просто невероятно медленные юниты. Че? Это на нас типа наезжает? Херово. Ну, я пытаюсь. Я пытаюсь. Боевая группа на нас идет, да? Попробуем ее сейчас перехватить своими воздушными юнитами. Ну вот, я вроде на пути этих мудаков. Надеюсь, получится разнести. Вот они так типа едут, да? Как-то так. Ну, я очень жду их здесь. This is the captain. Strike fighter approach vector dialed in. Attack vector dialed in. We're in the pipe. Надеюсь, большую часть этой боевой группы я разнесу воздушными юнитами, а остальные... Блин, ни хера себе здесь врагов. Я офигею вообще. Ну, ждем. Что там полетит? Ого, нормально разобрали. А то у меня бомбардировщики, так понимаю. Опа. Ну, вроде разобрали, да? Всю эту мракобесие. Нормально. Бэби. Нам, то есть они оттуда будут прибывать все время, да? Ясно, понятно. Так, ну теперь не знаю. Будем как-то пытаться разобрать все вот это вот, то, что оно появилось здесь. Что это? Навесной стрельбы. Ну, пусть будет. Будем отбамбливать до тех пор, пока у этой мрази не останется только отряд ПВО. А там... Да, господи, перезарядка способности. Но у меня столько денег нет, извините. Даже не знаю, чего построить. 93. Довольно долгая миссия будет, как вы понимаете. Я бы разобрал, конечно, эту штуку.
но мне не дадут. Насколько я понимаю, этого сделать. Чё там едет? Сволочь какая-то. У меня тоже есть light vehicle, поэтому. Как-то это не очень удобно вот управлять юнитами в этой игре. Тут какая-то мразь ездит, там какая-то мразь ездит. Ну, в общем, приближаться к этому крейсеру я откровенно не хочу. Он мудак. Я уже видел, что он делает. У него там электромагнитные какие-то орудия. Вот это вот все. Да насрать. Конечно, посылать бомбардировщик для того, чтобы убить один единственный кораблик, это несколько расточительно, но... Хер его знает. Пусть бомбят. В общем, там противовоздушки ездят. Падлы. Но на них, наверное, надо массированно атаковать. Тогда, может быть, получится их быстренько разобрать, прежде чем они смогут ответить. Вот он, вот этот вот бомбардировщик летает, но очень некрасиво. Прям так и нарывается на то, чтобы его разбомбили к херам. Так и не убили здесь ни хера. Ни хера. Охлаждение. Вот он типа охлаждается сейчас или чего? Или он готов? Да нет, активно должно быть яркое. Да, едет он, конечно, долго. Не очень зрелищно получается выполнение миссий, как вы видите. Ну, вот летают эти самолетики, отбамбливаются. Как бы идти в самоубийственную атаку, ну, сами видите, мне нечем. Банально. Я рад за них. Так, чего тут, разбомбить этих несчастных? Или так и будете круги нарезать, дебилы? Ну вот. Уже похоже на правду. Все. Мелочь разбомбили. Собрать всех юнитов. Так, ну я надеюсь, что того, что у нас здесь есть, хватит на защиту от перехватчиков. Да, любят в этой игре разработчики тупо спавнить юнитов из ниоткуда. Прям это у них фишка такая. Может, они считают, что это очень круто, но по факту нет. Вопрос, конечно, на засыпку, смогу ли я разобрать отряд ПВО своими самолетами, если сразу всех отправлю, потому что они-то довольно хитрые такие твари. Самолетики, я имею в виду. Они очень быстро отстреливают. Фига, он садится задом наперед. Тут вообще какой-то косяк, вот-вот-вот. Отображение огней. Или это был невидимый штурмовик? Я не знаю. Не исключено. Ладно, давайте рискнем. Мне кажется, мы сможем затащить отряд ПВО, если отправим сразу все, что у нас есть по истребителям. Для чего отзовем сразу?
Ого. Фига там к нам идет в гости. Не, ну смотрите. Вполне нормально получается разнести ПВО до того, как они нанесут, ну, хоть какой-то ощутимый урон нашим самолетикам. Так, ну к нам идет довольно серьезная группа. Надо будет отбиваться. Ребята очень медленно садятся, надо сказать. Все одновременно происходит. Хитрый засранц. Должен признать. Че, вы долго будете летать там вокруг? Ну, в общем, они сбивают всех. Истребителей, короче говоря, не очень интересно наблюдать за этим процессом. Без паники. Не нагнетаем, ребята, не нагнетаем. Все нормально. Всегда вот так. Разбирать паки. Без проблем вот так. Хоп-хоп-хоп и все. Так, ну ладно, дождемся пока наши войска. Сяду. Будем разбирать. Но сам, скорее всего, крейсер довольно неплохо умеет отстреливать по летающим войскам. Поэтому не знаю, сможем ли мы его разбомбить. Но надо будет попробовать. Чего вы там летаете, я не пойму. Садитесь, ребята. Искусственный интеллект просто какой-то вообще невыносимый в этой игре у юнитов. Я все-таки привык к играм типа StarCraft 2. С их достаточно быстрым темпом и активной микрухой. А здесь ты выпустил эти кораблики, они что-то там летают, летают, кружатся они по себе. Такие, ах, мы любим летать, мы птицы вольные. Вот это вот, короче, вот эта вся херня. Да и все юниты здесь очень медленные, очень унылые. Не знаю, может кому-то игра очень нравится, но я прохожу чисто потому, что просят подписчики, ну и... Так, чисто ради сюжета. Да, вот оригинальные игры Half World, они гораздо интереснее, на мой взгляд, чем вот эти. Просто миссии какие-то скучные. Я не знаю. Мое личное мнение, не претендую ни на что. Скоро, кстати, 29 марта выходит пак миссий для StarCraft 2 про Нову. Будем проходить их. Получите, убери. А, они производят их, да? Угу. Ну-ка, отстреляйте. Ого, я их, по-моему, сагрил. Пацанов этих. Нет? Не сагрил, они обратно едут. Ну, сейчас мы отстреляемся. Так. Что происходит? Не, они все-таки ко мне поехали, но как-то, знаете, неуверенно так, да? Небольшими группками. Не, ну мне-то так же даже лучше. Я вас разберу поодиночке. Они уже отступили. Отступаю, точнее. Им нечем по мне отстреливать.
Ресурсов-то здесь нет, кстати говоря. Чё они добывают? Ну ничего. Отбомбим сейчас немножечко. Мне интересно, они все-таки доедут до меня или не доедут? Вот в чем вопрос. Не, они обратно возвращаются. Ладно, все возвращаемся на базу. Мы дальние отряды разберем, чтобы они нам больше не мешали. Потому что, вероятно, придется всей толпой идти и пытаться мочить Ашоку. Но что-то мне подсказывает, он, падла, опять убежит. Не даст нам себя убить. Опять невидимые корабли садятся. Так, на нас нападают? Или чего? Там еще достаточно войск для нападения, да, в данный момент. И Ашока, естественно, производит юнитов из ниоткуда. Ну, я в обзорах... Из обзоров знаю, что в игре искусственный интеллект себя ведет нечестно. То есть получает ресурсы из ниоткуда. Потому что иначе он тупо победить не может, у него, ну, очень тупые скрипты. Ну, понеслась бомбардировка. Я очень хочу разобрать эту штуку, но мне не дают. Ашока там, падла, стала. Это, конечно, моя ошибка, надо было немножко по-другому проходить эту миссию изначально. Капитан-лейтенант, ни хера себе. Я надеюсь, ты будешь долго жить, чувак. Хорошо, разбираю так прям качественно. Я не понял, а вот эти забили, что ли, или чё? Или они уже отстрелялись, и я не заметил этого. Странненько. Мелочь ездит. Да, довольно серьезная пачка собралась, надо сказать. Знаете, мне кажется, надо ближе встать. Потому что что-то как-то долго летают. А может и нет. Как, не вовремя. Ну, все как обычно, да. Я вот не пойму, будут ли еще прилетать эти мракобесы. Чё вы, блин, летаете опять кругами? Садитесь. Не очень такие ребята. Не очень. Так. А чем больше вы отбомбите здесь, тем лучше для меня. Так, готовимся. Встречать. Потому что, ну, недостаточно уничтожено. Эти опять, блин, кружат здесь, как воронье. О, бомбардировщик прошелся. Хорошо прошелся так. Понравилось. Почти всех разобрали. Привет. Приехала оно вот это вот. Попал все-таки в кого-то, козел.
Ладно, это все, конечно, весело, но долго я еще буду интересно заниматься байдой. Опять хостайлс? Что за нахер? Че летаем? Че не садимся опять? Вот пока вот им явно не скажешь сесть, они продолжают крутиться. Че за странные юниты? Опять эта невидимая хрень летает. Чё вообще происходит? И чё вот это вот значит? Ясно, yes, понятно. Так, ну ладно, давайте попробуем отстреляться по Ашоке. По Ашоту! Глянем, через это увидит. Но вокруг него, блин, много войск. Вот что мне смущает. Скорее всего, ему самому не достанется нихера. Смотрите, ну просто бесконечно спавнит юнитов. Но по нему прям влетает. Вот это мне нравится. Вот это ребята правильно поступают. Ух, как хорошо прошелся. Нравится. Давай еще разочек так же. И все, и от Ашота ничего не останется. Что там осталось? 3500 на один заход, даже меньше. Ну, вот это я понимаю, повоевали. А не то, что в прошлый раз, падла. Без всяких читов с вашей стороны, ребята. Да, понятное дело, что никак не проапгрейдить здесь количество платформ, из которых вылетают истребители, из которых вылетают бомбардировщики. Получается, тут как ни крути, а их всегда будет 3. Соответственно, мы будем ограничены. Всегда. Так, ну добейте уже эту гниду. Месть за прошлый раз. То есть с ним. Летает он, понимаешь, гнида. Получи. Чё, интерсептор taking fire? Не надо. Оп-оп. Пока! Пишите письма. А можно я ваши останки соберу? На ресурсы. Очень жаль. Вот такое, в общем, задание. Джейкоб, ты на что-то, big brother. The tech the Galcian have recovered from these wrecks. The tech we have found ourselves is rewriting the book on science and engineering as we know it. Already we are seeing the benefits. You can imagine how excited I am. I only wish you were here to share in this. If we survive long enough to get to the Jiraki object, there's no telling what we'll find. If. I hate that word. Я не знаю, был ли еще один артефакт на этой миссии. По-моему, нет. По-моему, здесь только два было. Если я правильно помню, с прошлого раза. Ну, ладно. Температура повышается, уже 56 градусов, но мы ближе к цели. Немножко стали разломали гребаную Ашота. На сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.